Молитесь, Игнатий Тихонович. Боже, будь милостив ко мне грешным. Дай мне, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Святися, святися, Новый Иерусалим. Слава Богу, Господи, на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородица. А восстание Рождества твоего. Слава Твоему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоя Матери, силы честного Животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, всяко благо и человека любит. Аминь. Боже, милости будь грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного, помилуй. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробам живу даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробам живу даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гроба живу даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Став после сна, преподаем к стопам Твоим благи, ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. После сна благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся. Аминь. Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не посажусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Боже мой,
избави меня от руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей, на Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей, Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда, да наполнится уста мои хвалою, чтоб воспевать и день веков. Не отверги меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря, Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне, да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю их числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыс при них. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, Святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. Язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. Боже, даруй Царю Твой суд и сыну Царя Твою правду. Да судят праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судят нищих народа. Да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе приводит солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капля, орошающая землю. Во дни его просветлят праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря, от реки до концов земли. Падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов понесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценно будет кровь их перед очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как крест на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог Израилев, один, творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится славой его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля.
Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгрешный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня. И введи в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Силу Сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем и исполнять Твою волю ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель Божий сил бесплотных всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий духа земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути, Ты сам бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придет со славы воздать каждому по делам его, да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди его, и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастно опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов. И Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Наталья, Ольга, Анатолий, Виталий, Екатерина, Игнатий, Надежда, Сергий, Татьяна, ибо мы усердно к вам прибегаем, как Виталий, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего. Ибо ты родила Спасителя душ наших.
Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подаем Твои земные и небесные блага, не лиши милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои, дары, здравия, спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей всех православных христиан. Прости им все грехи вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Со святыми покой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцев и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Ангел вопияши, благодать нечистая, Дева, радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе тридневенную из гроба, и мертвые воздвигнув, и люди веселитесь, светися, светися, Новый Иерусалим. Слава Бо Господи, на Тебе воссия, ликуй ныне и веселися сегодня, Ты же чистая, красуйся, Богородица, на восстание рожденного Тобой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей. От всяких нечестивых, беспорядочных людей, ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам о Пречистой Матери, всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе с праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и жетворящим Твоим Духом. Аминь. Господи, аминь. Боже наш, возри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро разумели усвоили изучаемые им предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, свое спасение, потому что Ты источник премудрости. И Тебе слава возносим всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь, Игнатий. Спаси, Господи, помилуй самого духовного родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа и мстите, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Владимира, Сима, Липия, Андрея, Максима, Владимира, и гребу не дай погибнуть. Диакона Филигетня, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона. Есть священнический, иноческий чин. И высшие служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и, наверное, еще священника свободно тебе. Смири власть и воинство Твоей, ты через них сотвори благое церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Аргена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И все упрощи нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас в этот день от всякого рода зла и греха.
Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от врагов, от нечистой силы. И живущих там, и Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира Братина, Ильнива, Любовь, Владимира Братина, Алексея и Иосифа, крещи добрые жители с детьми, знающими тебя, любящими славы твоим. И сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Нину, Нину, Алексея. Расширь тело общее, одинокие души. Ты и помилуй Надежда, Валентина, Екатерину, Наталья, Анастасия, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Екатерина, Екатерина, Брина, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Езру, и Самире, дай веру в истину, чтобы не верила уже пророчеству. И Романа избавь от духа лжи, найди его, не дай ему погибнуть упрямстве его повторилости. Благослови, Господи, Виталия, Никиту, и всем дару духовное рождение свыше. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Возри на угрозы врагов, на их злодейство. Умещи их сердца и примирись с нами, не дай им погибнуть Максима, Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея. И Алексея не дай погибнуть, Господи. Открой ему глаза на все, чтобы он не играл святым. Даруй ему покаяние. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, и найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марту, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Благослови благодетелей наших, воздай им добро, их расположение к нам сохрани и даруй Ирину, Людмилу, Евгению, Наталью, Юрию, спасти болящих, укрепи, дай силу перенести страдания Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Надежду, Валентину, Валентину, Татьяну, Татьяну, Анну, Марию, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Аллилуйя! И сохрани это наше сокровище в интернете. Воздай добром тем, кто позволяет нам здесь быть. Благослови их и помогающих нам. Благослови и сохрани. Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Виталия, Вячеслава, Дмитрия, Валентина, ты это знаешь. Найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона, путешествующих бойцы, Раису, Льва, Виктора, Лидия, благослови Жасуса, от ереси избави, и Стива, и образи. Слава Тебе, Господь, слава Тебе. Мы не знаем, что ожидает нас и в этом дне, которого никогда еще не было на земле. Научи нас все принимать с благодарностью и прославляя Тебя, восхваляя Твое Святое Имя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Аба Отче. С
свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышнему Богу, на земле мир человека благоволения, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию, дал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай милостями всем, кто помогал на наших путешествиях. Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешен. Добрый мой ангел, благодарю тебя, столько лет ты хранил, защищал. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и провели душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. И каждым подарок Божьего Сергея Гавриилу. Святитель Христов Никола Мердыкийский Чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога на святые пороки Божии, пророк Илья, Елисея, Енох, Моисея, Самуила, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Падекия, Иосия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок, Тифанот, Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли на встречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными веи добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога, о нас, святые ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да даруй Господь им жажду и следует священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Юстин Философ, Космай Дамиян, Андрей Стратилат и Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Антиский, Анфим Николидийский, Георгий Победоносец, Пантелеим, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание звери Антихриста. Арпину, Вениамину, дай веру, Саше, родители, за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас. Святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радостный, Степан Пермский, Серафим Саровский. Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пилорет, Священного Писания. Молите Бога, она да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел ретихов разрушив, ничто преврати и обрати их на путь истины православия. Молите Бога, она, святая жена и дева, Фёкла, первомученица, Патина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Ильник, Катерина, Устина. Молите Бога, она, дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, и исправь непокоривость Галины, семейства и Евгении, Надежды, Надежды, Светлана, Людмилы и Анны, и прими нашу молитву, и воздеяние рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих и Тебе на небе и на земле,
Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. О, любящий наш Отец Небесный, ради Голгофской жертвы Твоей, ради страданий Твоих и пролитой крови Твоей, услыши нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Аллилуйя! Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Христос воскрес. Аминь. Доброе утро, Христос. Воистину воскрес. А кто сегодня встречает на аэродроме с Олегом? Я встречаю. Поехал. А успеешь? Давай езжай. Тогда сегодня не будет ничего. Да. Завтра меня, не знаю, буду, нет. Завтра мы уезжаем на день. Угу. А там видно будет. Ты ко мне не заедешь днем? Сегодня-то? Ну да, сегодня-то. Да, сухари привезу. А? Сухари привезу. Сухари привези, и меня свозить надо в одно место. Так, Лидию Муранову куда надо отвезти-то? Не понял. Муранову куда нужно везти? Сюда, сюда, к нам, куда же больше. Отсюда и поедем, к Надежде Васильевне. Лидию Мурановну сейчас к вам привезти, да? Да, прям с аэродрома сюда. Ну, все. И на бумаге напиши, подними. И Муранова вот так, и видишь, чтобы она видела тебя. При выходе там, где самый выход с аэродрома в аэропорт. Да? А она откуда, откуда она? Я ее видел в интернете, эту фотографию-то, по-моему. Не знаю, видел или нет. Ну, моего возраста она примерно. Из Москвы самолет. Она из Америки летит. Ну, узнал, да, видел я ее. Ну, значит, ты в толпе можешь не увидеть. Лучше всего держать надпись над головой, как я говорю. Над головой. И она сразу к тебе оторвется от толпы и подойдет. Чтобы она поверила, что ты никто. Не чужой. Она знает, что я ее буду встречать? Конечно. Ты будешь встречать скоро еще одну девицу. И девчонка 15-летняя, про нас узнала, любыми путями добирается, и едет Дальний Восток. И главный билет берет до Москвы, а оттуда, чтобы на Барнаул. Я так ахну. А что, чтоб быстрее? Что вообще? Ладно, я поехал, благословляйте. Давай, с Богом, иди, не опоздай. Иди, Бог помощь тебе. Так.